привет! Меня зовут Настя, и сегодня я бы хотела познакомить вас со своими друзьями, которые расскажут вам о том, как же они нашли себе жилье в Южной Корее. Думаю, что это будет очень интересно, поэтому давайте начнем. Здравствуйте! Меня зовут Малзуна, я из Узбекистана, и я студентка университета Корео, второй курс. Всем привет! Меня зовут Владимир. Я приехал из Узбекистана в Корею, чтобы учиться и работать. И на данный момент я живу в городе Сеул и работаю здесь. Я живу в Корее уже практически почти год. Я живу в Корее уже около 3 лет. Я живу в Ангуне, я нашла это место через Пудонгсан. Вначале я искала квартиры в приложении Чикпанг, но они мне никак не помогли. Поэтому я сходила в Пудонгсан, походила и посмотрела несколько квартир и выбрала самую лучшую. У меня не было проблем с нахождением квартиры, потому что у меня хороший корейский язык. На данный момент я живу сейчас в вилле. Как я нашел это место, то есть я когда прогуливался по улицам и заметил Пудонгсан. То есть Пудонгсан — это корейская риэлторская компания. То есть, как я знаю корейский, решил зайти и как бы посмотреть. Мне как раз на тот момент нужна была квартира, потому что я переехал в Сеул. Я зашел как-то туда и спросил, какие есть квартиры, что они могут мне предоставить. И они мне показали каталог. Сначала они спрашивают, какая сумма вас устраивает. То есть пуджунгым — это залог с корейского языка. То есть они спросили, какой залог вас устраивает. Ну, я сказал, мне такой залог устраивает. И они мне показали каталог квартир. Мне кажется, Пудонгсан, они должны нам помогать находить квартиры, которые подходят нам по цене. Те квартиры, которые нам удобны во всех случаях. В случае возникновения какой-либо проблемы, чтобы можно было сразу обратиться к ним. Компания должна как бы предоставить квартиру. То есть риэлторская компания — это как считается посредником среди квартиры и кто сдает квартиру. То есть если какие-то возникают споры между хозяином квартиры и кто арендует квартиру, то есть, я считаю так, что как бы риэлторская компания должна это разрешить проблемы. Я надеюсь, что это так и будет. Но пока я сколько уже здесь живу, у меня еще ни разу не было спор, таких споров в Корее. Нет. Не знаю, если честно. И никогда я не слышал об такой программе. В следующий раз, когда я буду искать квартиры, я обязательно буду иметь в виду, что есть именно такой сайт. Если в следующий раз мне понадобится квартира, я попробую воспользоваться этой программой, потому что постройки действительно очень удобно.